Привет любителям игры Asphalt 9. Почти 9 чертовых месяцев прошло с момента окончания ивента синдиката на Кёнигсек Кеска. И с тех пор геймлофты не дали нам вообще ни одного чертежа на эту тачку, а про ключ я вообще молчу. Ну, 300 чертежей за 1 апреля, давайте вынесем за скобки. И вот вчера, неожиданно для многих игроков, этот просто безоговорочный король максимальной скорости вернулся. И вернулся он в Гран-при. Наверное, многие ждали Гран-при на новой Lamborghini SC18, но вот геймлофты решили так и запустили Гран-при на Кёнигсек Кеска. А вот прошлый ивент был довольно-таки трудным. Вот если кто помнит, это был, наверное, первый такой чисто pay-to-win-ный ивент, когда, в принципе, все решал только один фактор – достаточно ли у вас жетонов. Мы тогда открывали по очереди Джинетту, я помню, Ferrari 812 Superfast, потом Океон, и потом только добирались конкретно до заветного Еска. И я, если честно, потратил, ну, если мне не изменяет память, больше 30 тысяч жетонов, чтобы забрать эту машину. Кстати, все эти видосы, ну а точнее стримы по поводу открытия всех вот этих машин, по поводу ивента есть на моем канале. Вы их сможете найти в разделе спецакций. Ну а моя тактика прохождения этого ивента такова. Давайте посмотрим на призы. Машина у меня есть. Она у меня есть на 3 звезды. Соответственно, ключ мне не нужен. Итак, единственное, что мне здесь нужно в этом ивенте, это жетоны. Поэтому я буду стремиться попасть именно в топ-1%, чтобы забрать хотя бы какие-то жетоны, потому что вот во втором уровне здесь нет уже жетонов, в третьем, четвертом, пятом нет жетонов. В первом и во втором уровне есть декаль, но эта декаль у меня тоже есть, ее забирали те игроки, которые открывали тачку на 3 звезды, насколько я помню. Ну, эпики, конечно, тоже есть, поэтому вот жетоны и эпики – это единственное, что меня здесь интересует. По поводу практики. Практику я проехал по принципу, ехать примерно так, как я еду, но так немножко похуже все-таки. Не на своем уровне, а немножко похуже, чтобы не попадать в такую конкретно задротскую группу по отбору именно в финальные раунды. И время мое получилось в практике 1:06.863. И теперь давайте посмотрим, какая же группа мне попалась в отборочном этапе. Какие игроки? Начнем с самого верха. Итак, есть ли тут какие-то игроки из топовых клубов? Давайте листать и смотреть. Ну вот этот клуб неплохой. Легенс А9УФ. Балкан, в принципе, тоже. Есть там неплохие игроки. И больше особо, да и никого я не вижу. Здесь все 50 или нет? По-моему, я не пойму, там все 50 игроков или нет. Ну, короче, в общем, по первому взгляду я вижу, что группа не такая уж и трудная, и я надеюсь, что будет довольно-таки легко отобраться в финальные раунды. А сейчас давайте-ка я проеду, наверное, в практике, потренируюсь, все-таки поставлю более хорошее время, чем вот это. Итак, погнали катать. Кстати говоря, вот я заметил, что у меня машина-то на 3 звезды, но в отборе и вот в практике тут фиксированный ранг, дается только 2 звезды, это тоже такой интересный факт. Наверное, всех уравняли в этом плане. Ну, это справедливо, конечно, я не спорю. Да, посмотрел я там в списке только 20 игроков, чтобы посмотреть все 50. Ну, наверное, это надо проехать одну зачетную гонку. А может и нет, хрен его знает. Если честно, я уже толком не помню, как это там происходит. Ну окей, в общем, сделаю 3 гонки в практике и одну зачетную гонку как раз сделаю. И посмотрим, будет ли полный список игроков. О, все. Ну блин, это моя вообще первая гонка за сегодняшний день. Что-то жесткий был косяк, врезался я в трафик. Этого делать точно не надо. Да твою мать. Окей, пусть будет просто разминочная, короче, гонка.
Ну, в общем, по поводу моих целей на это гран-при. Вторая моя цель, кроме попадания в топ-1%, я хочу добить эту машину до 4 звезд. На данный момент у меня 3 звезды. И, конечно, не хватает прилично, не хватает целых 46 чертежей. Ну, я надеюсь, хоть что-то получится. Кстати, выкатили нам наборы на эту тачку. Стоят они 1200 жетонов, наборы эстафеты я имею в виду. И, скорее всего, паки будут стоить столько же, 1200. Вот такое вот хреновое время. Хреноватое, хреновое время я поставил. Даже близко не приблизился к тому хреноватому времени, которое я поставил в практике. Ну, там, конечно, было пара жестких косяков. Я врезался в трафик. Давайте сделаю вторую попытку. Так что я, конечно, предполагал, что паки будут дороже, чем 750 жетонов, чем стандартная цена. Думаю, может будет 900 жетонов, а скорее всего они будут по 1200 жетонов. Ну, я не знаю, хватит ли мне добить до 4 звезд, но я солью все свои жетоны, чтобы докачать до 4. Конечно, те игроки, которые любят вот такие тачки, которые ориентированы на просто завышенную максималку, те, конечно, ждали повторения вот этого ивента на ЕСКО, и я в том числе. Вот что-то занесло, блин. И ждать, конечно, пришлось очень долго, ничего тут не скажешь. Так, ну вроде таких сильно жестких косяков в этой гонке особо нет. Я думаю, время-то я улучшу, если тут не нараканю в самом конце. Тут надо аккуратненько подлетать, чтобы в скалу не врезаться. Итак, о, вау, еще один такой трюк небольшой. 1.04.588, ну это уже получше. Этого уже, может быть, даже и хватит, чтобы попасть спокойно в финальные раунды. Давайте я сделаю еще одну гонку в практике, а потом проеду еще зачетную гонку. Так, поехали. Ну, тут, конечно, желательно сделать 3 бочки. Ну, блин, этот старт, он явно хуже, чем старт прошлой гонки получился. Вот меня уже даже этот призрак тут догоняет, немножко прессует. Ну, тут не так сильно занесло, вот тут повыше. Немножко микроволны вдавлю. Тут главное вообще так не вылетать с трассы, потому что это вполне реально. Если так, например, микроволну так впустить в том месте, это можно вполне вылететь с трассы. Так что надо быть аккуратней. Так, финишный поворот. И какое будет время, но оно, наверное, будет похуже, чем в прошлой гонке. Ну да, вот 1.05.0 получилось, вот так вот. Ну и теперь, блин, у меня уже так начинается немножко такое напряжение нервное, потому что я сейчас пойду катать именно зачетную гонку. Ну, здесь, естественно, тоже ранг у всех один. Так, ладно, пошли катать, потом посмотрим по поводу группы. Это первая попытка из 3, да-да-да. Погнали. Блин, я немножко начинаю волноваться, честное слово. Вот реально, когда... Вот единственный момент, где я волнуюсь в этой игре, это когда катаю вот зачетные гонки в гран-при. Это единственный момент. Больше нигде я не волнуюсь в этой игре. Так, попытаюсь внимательно стартовать, повыше здесь подлететь. Да, блин, ну, надо было бы 3 бочки сделать. Ну, призрак не прессует, значит, я уже стартанул лучше, чем в той третьей гонке в практике. Аккуратненький поворот.
Тут главное, чтобы особо не занесло. Так более-менее. Так, тут нормально. Чтобы не вылететь с трассы. Фух, нормально. Ой, хорошо раскрутилось. Держу скорость 513 на двух звездах. Так, нитробрейка. Аккуратно, чтобы не впиляться в скалу. Тут лучше я чуть-чуть левее возьму. И вот тут. Ой-ой-ой. Так, все. Так, еще нитробрейка. И получается время 1.03.5. Вот я даже улучшил свое время, которое я поставил в практике. И это уже второе место. Да ладно. Нифига себе, время 1.02.1 тут надо побить. Я что, попал в какую-то реально жесткую группу по отбору? Вот 10 тысяч метров в дрифте я выполнил. Так, ну давайте теперь посмотрим по поводу группы. Итак, 1.02.1. А там какой-то чувак с китайским никнеймом. Это, наверное, читер. Кстати, походу ни хрена не поменялось. Вот видите, китайский никнейм и ранг-то не максимальный даже. Похоже, что это читер. А где же посмотреть всех игроков, все 50 игроков, я что-то не пойму. Там по-прежнему 20 игроков. Так, ну здесь-то, наверное, точно ничего не будет. Что-то я вообще не помню, где это смотреть. Хотел бы посмотреть всех 50 игроков в своей группе, но что-то показывает только 20 игроков. Ну ладно, пофигу. Ну что, народ, что вы думаете по поводу Кёнигсег ЕСКО? Являетесь ли вы фанатом таких скоростных автомобилей? Обязательно пишите в комментариях, я все комменты читаю. Ну и будем смотреть, что получится из этого гран-при. Свои цели я обозначил, это попадание в топ-1%, чтобы забрать жетоны. А также я бы хотел добить ЕСКО до 4 звезд. Если что, потрачу все свои жетоны на эту тачку и вообще, я думаю, ни разу не пожалею. Ну и спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании. Всем буду благодарен. Удачи вам на трассах асфальта. Всем пока.